Рубин в гостевом матче чемпионата Пари Всероссийской хоккейной лиги переиграл Нефтекамский Торос. Счет на 18-й минуте после изысканной передачи Никиты Мокина открыл Денис Дюрягин. В предыдущем матче с Молотом первую шайбу организовал этот же дуэт. Во втором периоде команды набрали на двоих 14 минут штрафа. Результативная атака состоялась одна. На 30-й минуте Егор Сучков вернул паритет. Монотонный характер борьбы в третьем отрезке прервал 18-летний нападающий Рубина Макар Насрединов. Этот гол стал для него дебютным на уровне ВХЛ. Торос проигрывать не желал до такой степени, что снял вратаря и на последней минуте основного времени восстановил равенство в формате 6-5. Дубль оформил Сучков. В овертайме тюменцы по делу заработали большинство, реализовал его защитник Кирилл Кремзер. 3-2.